Да, я хочу сказать, сыночек мой, любимый мой, держись, пожалуйста, ты герой, и мы вытащим тебя, столько прилагается усилий, столько людей сейчас пытаются помочь, освободить тебя, держись, пожалуйста, ты сильный, и мы победим, ты выстоишь. Мы как родители Романа, мы просим, мы умоляем. Уважаемые, дорогие люди, помогите, пожалуйста, президенты, помогите, пожалуйста. Может быть, какие-то есть уговоры, воздействия на гражданина Лукашенко, и он одумается о том, какие злодеяния он совершает над нашей умной, красивой, свободолюбивой, честной молодежью. Услышьте, пожалуйста, крик души, услышьте, пожалуйста, видите слезы матери. И помогите ему. И поймите, пожалуйста, каждый день, не то что каждый день, а каждый час, каждая минута промедления, она стоит жизни и моего сына, и таких же ребят, которые сейчас находятся за стенками тюрем. Спасите их, пожалуйста.